Прыгожыя гукі скрыпкі і флейты, зачаравальныя сярэднявечныя танцы, каларытныя касцюмы і вобразы. Перад пачаткам онлайн-трансляцыі спектакля «Гамлет» у кінатэатры «Мір» разгарнуўся восеньскі баль, прысвечаны эпосе вялікага англійскага драматурга і паэта Уільяма Шэкспіра. Арганізатары мерапрыемства прадставілі гістарычную рэканструкцыю таго часу, у якім сусветна вядомы аўтар жыў і ўвасабляў жыццё свае геніяльныя творчыя ідэі. Участие в таких акциях, оно помогает нам развиваться в качестве познаний в истории, потому что молодежь должна развиваться, она должна интересоваться искусством, должна интересоваться тем, что происходило ранее, еще до нашего поколения. Одевая такой костюм, хочется вести себя соответствующим образом, и я думаю, очаровательная дама не даст мне соврать, наверняка мы запишемся на курсы бальных танцев, потому что то, что мы видели здесь, просто очаровательно. Конкурс на ведание аутобиографии и творчести Уильяма Шекспира. Споборництвы на лепшее признание у кахани своей даме сердца, для импровизованного балкончика Джульетты, а так само шарах инших текавых викторин. Усеяны были организованы совместно предприемством Кинотаур и отделом идеологичной работы, культуры и по справах молоди администрации Центрального района города Гомеля с нагоды акции «Молодь выбирая мастатство», якая напередодне стартовала в областном центре. Мероприемство подобного формата у гомельских кинотеатрах ранее не проводилось, але не выключено, что в будущее яны станут традиционными. Те конкурсы, которые проводят ведущие, они, скажем так, стимулируют к тому, чтобы изучать творчество и вообще знать, что будет на экране. И молодежь с удовольствием откликается поучаствовать в этом мероприятии. То есть интерес есть, и мы хотим этот интерес поддерживать и развивать. Онлайн-трансляция спектакля «Гамлет» стала феерычной кульминацией мероприемства. Головную роль у им сыграл ведомый английский актер Бенедикт Камбербэтч. Премьера интерпретации классичной пьесы «Гамлет» у постановцы режиссера Линдси Тернер у лондонском театре «Барбикан» отбылась у жнивня. Выход Бенедикта Камбербэтча в образе принца датского выкликал великий резонанс, а сам спектакль стал самым поспяховым проектом театра за всю его историю. Дальше трансляции спектакля на киноэкране – новый формат для Беларуси, але распаўсюджаная практика у Европе. Гэта магчымасць убачыць культовых выканаўцаў сучаснасці на вялікім экране, пабываць на спектаклях, якія абмяркоўваюцца сусветнай публікай. До конца года гомельскія гледачы убачаць шэраг іншых знакамітых пастановак з вядучых сцэн Москвы, Лондона, Нью-Йорка. Яны таксама будуць трансляваться на мове арыгіналу з рускімі субтытрамі. Вероніка Рашыліна, Валерий Гапанько, телерадыокампанія «Гомель».